Добрый вечер. Давайте проверим звук. Слышно ли меня? Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как меня слышно. Так, хорошо, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как меня слышно. Мы тут немножечко технически долго загружали презентации, поэтому не удалось зайти прямо вот минутка в минутку, хотя, в принципе, 20 часов 1 минута, мы вовремя начали. И я не гружу систему уже своим видео, поэтому сегодня будем довольствоваться моим фото, а не моим видео. Я ожидаю все-таки информацию по тому, как меня слышно. Слышно ли меня? Прошу написать от 1 до 10, слышно ли меня? Отлично, все, наконец-то мне написали, что меня слышно, думаю, вдруг сама с собой разговариваю. Сегодня мы с вами будем подводить, ну, так, можно сказать, итоги 2018 года. Проведем презентацию 2018 каталога немножечко в необычном виде. Начну я, конечно, с презентации именно 2018 каталога, это будет немножечко коротко. Но это важная информация, которую тоже нужно знать. Так, скажите, вы сейчас видите презентацию? Видите ли вы слайды? Итак, у нас сейчас начался 18-й каталог 2018 года. Это завершающий каталог в этом году. Здесь у нас, конечно же, очень много компаний приготовило интересного, очень хороший подарок для новичков в этом периоде. Идет шикарная помада Рената, мне кажется, одна из самых лучших у нас, которая есть в каталогах. И на выбор у нас будет с вами для новичков либо пудра, я бы назвала это больше румянами, либо бронзер. Бронзер тоже вещь шикарная, мне он очень нравится, особенно в летний период, очень подойдет для девушек с цветотипом лето-осень, красиво ложится, дает шикарное свечение лицу. Следующее, что у нас есть в этом каталоге, это скидки, и мы собираем с вами купончики на то, чтобы активно и интересно провести первую кампанию. Первый каталог 2019 года. Мы собираем купончики за каждые 999 рублей покупки. Нам дается один купончик, который мы будем тратить с вами уже в первом каталоге 2019 года. Естественно, скидки будут, как обычно, от черной базовой цены. Новинки в каталогах у нас это свежий грушевый аромат. Мне тоже очень понравился. Текстуры очень похожи на те, которые у нас были. А что у нас новенького? У нас снова новая коллекция коробочки в красивой ароматов. Подарочные, к сожалению, вот первый наборчик его полностью разобрали, на сайте практически ничего не осталось. А вот второй наборчик мы с удовольствием с вами сейчас можем приобрести, поторопитесь, потому что я думаю, его тоже очень быстро разберут. А следующее, что мы можем с вами попробовать, это печенье низкокалорийное. Очень вкусная, и одна штучка стоит 79 рублей. Но надо понимать, что оно очень хорошо утоляет голод и идеально для перекуса, особенно если стоит задача сбросить лишний вес, либо вы активно занимаетесь спортом, набираете мышечную массу, скажем, а продукт очень полезен в плане того, что им можно наесться даже одной печенюшечкой такой, и спокойно себя чувствовать на протяжении 1-2 часов до следующего приема пищи.
У нас новая коллекция платьев, но коллекция, не скажу, что вот прямо большая. У нас здесь три платья дизайнерских, которые выпустили для нас молодые дизайнеры из проекта «Подиум», ТВ-шоу проекта, в котором, кстати, наш Андрей Бурматиков был одним из членов жюри. Вот такие платья получились, и вот не смотрела я, помогите мне, может быть, вы знаете, есть ли они на сайте, пока что мы не смотрели. Если есть, пожалуйста, отпишитесь, было бы очень интересно. Следующее, что у нас есть в этом каталоге интересненького, это серия Beauty Lab. У нас она на первых страницах каталога. Почему? Потому что именно благодаря ей в новогодний вечер, буквально вот очень одним мановением руки, буквально за 15 минут можно выглядеть на все 100. И сегодня как раз в топ-19 продуктов мы с вами несколько продуктов из этой линейки разберем, хотя они, конечно, все потрясающие. Следующее. У нас, конечно же, наборчики. Очень жаль, что у нас закончился тот период. У нас там было очень много интересных наборов. Под конец даже кое-что закончилось. Но и в этом периоде можно что-то интересное выбрать. У нас набор Гран-при идет со скидкой хороший 399 рублей, при обычной цене 499 рублей. У нас наборчик La Crème есть, тоже недорогой, всего за 269 рублей. Подарочные пакеты. Где-то я видела, по-моему, что у нас выпускают новые пакеты, не подарочные, обычные, в новых цветах, в фиолетовом и в красном, по-моему. Так что ожидаем вместо наших оранжевых пакетиков пакеты другого цвета. Вот где-то я это видела информацию, прямо раскрываю, возможно, вы тоже видели. Новогодние сувениры, календарики, как обычно. Все вот это мы уже брали, все видели. Очень замечательная и симпатичная поросюшка, мягкая ребенку. Ребенку будет самое то, хотя вот она не разговаривает, хотя очень жаль. У нас, наконец, третий шаг, серии Skin Activator идет по акции. Вначале первый шаг мы брали с вами по акции, потом второй. Примерно два каталога нашел по акции. Теперь у нас третий, шаг, лифтинг идет, по акции. Два продукта за 1199 рублей. Акции идут на инновационный уход для лица, акции на бьюти, кафе, на серии новые, на линейку спа. У нас салон Кей идет также с акцией. То есть наборчиков реально много, можно выбирать, подбирать для себя. Туши, как обычно, по акции, да, дешевле, чем обычно, не 169, а 155 рублей. И в распродаже коллекции, которые, казалось бы, недавно были выпущены, а сейчас уже идут с хорошими скидками. Скидки на средства для дома и стартовый набор у нас 265 рублей для новичков. И, наконец, как обычно, стартовая программа у нас в конце данной презентации. Стартовая программа у нас измененная, как мы видим, да, не забываем, что у нас поменялся второй, четвертый и седьмой шаги стартовой программы. Для меня большое удовольствие, наконец, что мы снова видим на седьмом шаге ABC пилинг, а на четвертом шаге линейку Axology. Ну, интересный второй шаг стал, но мне кажется, его действительно надо было уже поменять. Вот таким вот образом наш последний каталог и заканчивается 2018 год. А мы знаем, что когда год заканчивается, у нас начинается Новый год, и принято все хорошее собирать, забирать, оставлять, вернее, забирать в Новый год, а все плохое оставлять старым. И поэтому тема нашего вебинара сегодня как раз таки называется «19 товаров Фаберлик», 19 символично в честь начала нового 2019 года, который мы возьмем с вами в новый 2019 год. Спасибо всем большое, кто участвовал в нашем опросе. Я получила ваши
топ-3, да, у вас был топ-3 любимых продуктов, и исходя из этого списка, конечно же, мы составили список, то есть я составила список продуктов, которые... сейчас мы уже переключаемся на эту презентацию. Скажите, видите ли вы новую презентацию сейчас? Если видите, так, сейчас мы потихонечку будем переходить, называется топ-19 товаров Фаберлик 2018 года, поставьте, пожалуйста, 3 плюсика, если вы видите новую презентацию. Презентацию топ-19. Спасибо. Я, конечно же, понимаю, что продуктов Фаберлик у нас реально очень много, и мне писали о том, что я хотела бы написать гораздо больше, чем 3, что интересных товаров, без которых мы уже не представляем свою жизнь, гораздо больше. И тем не менее, я попросила вас называть 3 для того, чтобы, ну, как-то проще было вам и не затруднять, чтобы у вас немного времени ушло на написание вот этих продуктов. Итак, давайте приступим. Я хочу просто сказать, предупредить о том, что я не располагала их как-то вот там 19, 18, не располагала по местам, что сделать это нереально сложно. Выделить вообще 19 продуктов из огромного, из более чем 5000 товаров было действительно сложно. Ну вот, в общем, потратила я на этот день и выбрала эти продукты. Если вы будете со мной согласны, да, во время того, как я презентую продукт, ставьте плюсик. Если вы со мной не согласны и вам по каким-то причинам не нравится этот товар, и вы бы никогда его не взяли с собой в следующий 2019 год, вы можете ставить минус. Тогда интересно, конечно, почему вам он не понравился. Итак, начинаем. И первый продукт, с которого мы начинаем, это полуматовая губная помада Овация. Здесь у нас артикулы, я указываю сразу нескольких оттенков, начиная с оттенков 43-030, заканчивая 43-038. Причем в этом промежутке некоторые помады, даже оттенки помад, сняты с производства. Но вот так случилось, что у меня в структуре, да и в принципе из тех отзывов, которые мне давали в течение вчера и сегодня, это помада номер один. Она нравится не только мне, она нравится еще многим-многим моим клиентам, которые регулярно ее заказывают, и я вижу так или иначе в своих заказах. Как правило, одни и те же оттенки, но, видимо, вот несколько самых удачных есть, и их чаще всего берут. Помада хороша тем, что она, во-первых, идет она без парабенов. Она не скатывается, у нее достаточно красивые оттенки. И, конечно, очень приятно держать ее в руках, потому что, ну, вот она такая маленькая, компактная, зеркальце, что немаловажно для сумочки девушки, потому что не надо с собой таскать зеркальце, достаточно взять свою помаду и без проблем там подкрасить губы, посмотреть там, не осыпалось ли. Ну, в общем, то, что нужно. Поэтому эту помаду я не то что ставлю на номер один, она не является номер один, она является одним из 19 продуктов, которые мы выбрали в качестве продукта топ-19 товаров 2018 года. Не использовали, но очень хотела, особенно зеркало. Девочки, пробуйте. Сейчас, конечно, почему-то уходят некоторые оттенки. Видела в отзывах, что был ягодный кашемир, очень популярный оттенок, почему-то его сняли с производства, все очень-очень просят его вернуть. Чуть ли не самая лучшая помада Фаберлик. Отзывы. Но с помада с сывороткой мне тоже нравится, и по текстуре, и как она ложится. И вот по мне, так еще и увлажняющая помада тоже очень удачная. Следующий продукт, мы к нему переходим, это суперобъемная тушь для ресниц Ваш Оскар. Очень долго я сомневалась между тем, какую все-таки выбрать, 6 в одном, в розовом исполнении, либо вот эту суперобъемную тушь для ресниц Ваш Оскар. Но выбрала все-таки ее, почему? Потому что, ну вот, буквально 1-2 голоса в пользу нее было больше. В чем у нее плюс? У нее тоже масса-масса положительных отзывов. Хотя вот что касается туши, то сама наблюдаю, вы, может быть, со мной согласитесь, что
Сколько людей, столько мнений. Почему? Потому что тоже часто подбирается даже, ну вот не одна какая-то шикарная тушь, которая реально подойдет всем. У нас так часто получается, что у всех разные ресницы, и у всех разные потребности. И чаще всего бывает не тушь плохая, да, по каким-то причинам, а она просто не подходит под ваши запросы. Сама замечала, что реснички, кому-то запрос, нужны реснички, чтобы красиво подкрасить и не было никакого лишнего объема. Мне, например, этого недостаточно, и мне реально нужно, чтобы был эффект накладных ресниц. И для меня всего две или три туши есть, которые на сегодняшний момент, которые мне полностью этот эффект дают. Вот как раз это одна из них. Еще одна это Fly Lashes и одна новая тушь, которая каплевидная кисточка, забыла ее название. Может быть, вы напомните, да, такая интересная кисточка с широким основанием и с узеньким кончиком. Так, что же делает для нас у нас эта тушь? В чем ее особенность? Вот, кстати, да, вот этот топ, это бери, записывай артикулы, потому что здесь будут самые-самые бомбические товары сегодня, самые лучшие. Она дает и объем, и удлинение, и разделение, и фиксацию. Она не осыпается больше в течение дня, то есть можно в течение дня наносить новый и новый слой, и она не дает, она не осыпается. Содержит морские растительные компоненты, которые ухаживают за ресничками. Не только, то есть она красиво и объемно прокрашивает, но еще и ухаживает за ресничками. Содержит комплекс восков, который не дает туши растекаться. И вообще все наши туши, они идут влагостойкие, и поэтому смело можно выходить в снег, и в непогоду, и в дождь, и быть уверенным в том, что наши туши не растекутся. Если вы согласны с этим выбором, ставьте плюс. Я вижу, что Диляра со мной согласна, тушь бомба. Ну, а мы приступаем к следующим бомбам. И так, грузится. Грузится слайд. Так, 4 встало, 3 не хочет открываться. Скажите, у вас виден слайд? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если у вас виден. Почему-то он у нас не загружается. Виден ли у вас слайд? У меня он почему-то не загрузился. Не виден тоже, да? Ну, давайте это будет черная лошадка тогда, да, и мы оставим его. Спрей-лед это был следующий, это был номер 4, у нас номер 3 не открывается. Давайте оставим эту темную лошадку, и вы, я думаю, что сами потом мне в конце скажете, что за продукт был номер 3. Мы приступаем к продукту номер 4. Это восстанавливающий активный спрей линии «Легендарный кислород» артикула 0256. Сейчас видно, да? Я так понимаю, что видно. Потому что вижу я, видите вы. Да, действительно, Марина, это раньше называлось спрей-лед. Сейчас его, в принципе, тоже можно замораживать и использовать как прежний спрей-лед с утра, да, умыться маленьким кусочком льда. У нас изменился он только в том, что добавили сюда фармакологическую разработку, которая, ну, например, в тех же лекарствах призвана доставить лечебное вещество именно на место туда, где болит, да, то есть целенаправленно действовала. Здесь у нас тоже она называется 4D-таргет, именно потому, что действует целенаправленно, то есть действует в глубоких клетках кожи, доставляет действующие вещества, кремов именно туда, где это требуется. В чем у нас плюс данного спрей-активатора? Он может быть использован как тоник, и многие его используют как тоник. Он может быть использован под масочки, под сыворотки. Поверх может быть он использован дневного макияжа, притом макияж не растекается. В отзывах я даже видела, что он закрепляет, да, кто-то написал, что он даже закрепляет макияж. Он может использоваться под крем. Кстати, крем более экономно расходуется, если мы наносим его. Ага, Диляра уже угадала. Ладно, мы тогда, раз Диляра угадала, мы в последовательности уже вернемся и расскажем еще о третьем продукте.
темно, лошадка угадана. Значит, что делать спрей еще? Он у нас экономит расход крема. Если мы наносим его под крем, крема нам понадобится не так много. Вы знаете, наверное, такой эффект, когда наносить продукт на немного влажную кожу, его требуется меньше. Давайте все-таки попробуем вернуться к третьему продукту, но вот он так и не загружается. Действительно, был бальзам 0257, абсолютный лидер. Вот так просто среди опросов вернулся к четвертому слайду, потому что третий так и не загрузился. Практически все, но очень многие написали его в топ-3 продуктов, которые им нравятся, и которые бы они взяли с собой в новый 2019 год. Продукт действительно является визитной карточкой компании. С него все начиналось, и поэтому неудивительно, что он выбран среди таких продуктов хитовых. И что он делает, да, возможно, для тех, кто не знает, у него сразу большой комплекс действий. Во-первых, он максимальной концентрации содержит нашу кислородную эмульсию или вещество перфлуодекалин, который конкретно в этом бальзаме содержится, находится на втором месте в составе, то есть его там максимум. Он голубого цвета, да, не зря сам перфторан, так называется фармакология этот препарат, называется голубой кровью, другое название его, то есть и бальзам у нас тоже голубого цвета. У него огромный спектр применений, его использовать можно и в домашней аптечке для заживления ожогов, его можно использовать для, ну, кстати, вот кто применял даже спрей на место ожогов, замечал, что и спрей тоже очень быстро в течение дня, в течение, вот к вечеру уже можно наблюдать эффект, заживляет ожоги, то есть они не болезненными становятся и быстрее заживают. Он может быть использован после укусов, после каких-либо травмирующих процедур косметологических. И подсказывайте еще, в каких случаях, я думаю, что вы знаете не меньше меня, все те случаи, в которых он может быть использован, да, после солнечных ожогов и так далее. Он может быть использован как самостоятельное средство, либо в комплексе вместе с вашим дневным кремом, ночным кремом, утром и вечером под крем. То есть он, что делает? Он усиливает действие всех активных компонентов в креме. Сейчас подсмотрю, что еще не сказала. Улучшает кровоснабжение, питание клеток, ускоряет естественные процессы восстановления, является соцсредством. И может быть использован либо как самостоятельное средство, да, до нескольких раз в день. Это я все, кто нам только что присоединился, рассказывала о кислородном бальзаме 0257. Несмотря на то, что у нас сейчас здесь активный спрей линии легендарный кислород, у нас почему-то слайд не загрузился. Это был продукт номер 3. 0257, легендарный кислород, бальзам. 0256, восстанавливающий активный спрей, легендарный кислород. Ну так что, так и будет у нас понемножечку загружаться совсем. Не хочет загружаться. Так, по какой-то причине не грузится. Сейчас я попробую показывать, через свой рабочий стол презентацию. Это займет вот буквально минутку. Сейчас должно быть видно мой экран. Буду показывать презентацию через свой экран. Если вы увидите экран мой, то нажмите, пожалуйста, 3 восклицательных знака, если увидите. Так. Все отлично, видно мой экран, да?
Так, показываю презентацию теперь в таком виде, раз не загрузил ProofMe его в достаточно, ну, в хорошем виде. Так, чтобы видно было на всю. Так вот сделаем. Угу. Следующий продукт. Я вот теперь, к сожалению, чат не вижу, когда показываю экран. Все отлично видно. Буду, значит, ориентироваться так. Следующий продукт, которым я хочу рассказать, это продукт, который тоже несколько человек отметили и заказывают с удовольствием мои клиенты и консультанты. Это совершенная пенка для умывания линии Гардерика, артикул на 7,47. Вообще у нас несколько пенок для умывания, вы знаете, их сейчас уже 4. Одна идет в линейке Axiology, одна идет деликатная в линейке 50+, Renovage. Одна пенка у нас идет энзимами, энзимный пилинг в немножечко меньшем объеме. И вот такая вот замечательная совершенная пенка для умывания идет у нас в линейке 40+. Почему именно ее выбрали? Да, потому что, несмотря на то, что она 40+, она может быть использована и более молодыми девушками. Ну, в принципе, не только девушками, да, почему мужчина не может умыться пенкой. Плюс в том, что она абсолютно не щиплет глаза, она очень деликатно работает, смывает все загрязнения очень хорошо и даже стойкий макияж. Да, вот, кстати, тушь может снять не с первого раза, но со второго точно снимает, даже водостойкую. Подходит хорошо для чувствительной сухой кожи. Ну, кстати, отмечалось, что и для жирной кожи она достаточно хороша, да, она сужает поры. Почему есть такой эффект сужения пор? Потому что пенка, если ее оставить ненадолго на коже, она работает. Буквально вот на 2 минутки можно оставлять, дополнительно массировать, делать небольшой массажик, и пенка прочищает содержимое пор. Есть эффект сужения пор, вот отмечали девушки с жирной кожей. Она питает, здесь есть ухаживающие компоненты, которые питают, восстанавливают водный баланс. И средство достаточно экономично, одного нажатия достаточно для того, чтобы умыться. Здесь есть удобный пенообразователь, который помогает это средство экономить. Отмечается, что его достаточно, ну вот даже до года кому-то хватает этого средства, настолько оно экономично. Я сейчас проверю, выйду и проверю, видно ли меня. У меня черный экран, только слушаю. Марина, перезагрузитесь, пожалуйста, да, нажмите F5, либо закройте, перезайдите снова по ссылке. Должно быть все видно и через телефон, и, в принципе, через компьютер. Так, все, возвращаюсь к презентации, и мы продолжаем. Раз не загрузилось у нас так, будем смотреть через мой экран. Следующий продукт — крем-масло для лица, руки, тела «Зима». Почему я выбрала именно этот продукт из всей линейки «Зима»? Он универсальный. У него очень классная текстура. Я что с прошлой линейкой, да, когда у нас был аромат имбирный, яблоко и корица, по-моему, у нас аромат назывался, да, что с тем продуктом, что с этим продуктом замечаю очень шикарную текстуру. Масло по факту, по-моему, суфле больше напоминает. И настолько хорошо впитывается, настолько классно он работает, хорошо работает с шелушениями. Он предотвращает трещинки на коже, да, там, где у нас из-за сухости, сухого воздуха в квартирах сейчас, да, бывает так, что стягивает кожу неприятно. На морозе бывает так, что шелушение вызывается, раздражение. Он со всем этим работает. Не зря он называется ультрапитательный, потому что действительно очень быстро и эффективно работает со всеми этими проблемами. Мне достаточно буквально 1-2 применений, чтобы, ну, моментально снять вот все вот эти жалобы. Если проблема более глубокая, то, возможно, хватит, ну, недостаточно будет 1-2 применений, достаточно будет и нужно будет более длительное применение.
Подходит он для всей семьи, им можно пользоваться и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам, и деткам в том числе. Почему? Потому что подходит для чувствительной кожи, а детская кожа у нас, вы знаете, относится к классу чувствительных чаще всего. Что еще можно отметить? Ну, сейчас вообще акция на этот крем при покупке любого продукта. Вы можете данный крем приобрести по 149 рублей. Но открою вам небольшой секрет. Заметила уже, что в следующем каталоге данный крем можно будет приобрести по 129 рублей всего лишь. Да, у нас будет хорошая распродажа в следующем каталоге номер один 2019 года. Единственное, был бы он остался, да, потому что мы знаем, что всегда, когда нужно, продукты могут закончиться. А что бы я видела, да, что вы меня слышите, сейчас достаточно сложно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня видите и слышите. Я буду ориентироваться, что все хорошо и можно продолжать. Отлично, спасибо. Продолжаем мы со следующим продуктом. Это номер 7. И это мы переходим к серии Beauty Lab. Сюда у нас два продукта популярных. Это экспресс-корректор для кожи вокруг глаз, артикул 0219. Так хорошо мы выучили этот артикул, я думаю, потому что очень долго этого средства не было. Я реально его выучила наизусть, потому что постоянно водила и проверяла, не появился ли артикул 0219. Наконец он есть. Его можно покупать, он в достатке, насколько я помню. И уже многие оценили качество этого продукта. Даже отмечают, даже просят его выпускать в большой упаковке, потому что наносят его даже на все лицо и отмечают эффект от нанесения на все лицо. Но продукт, конечно, для кожи вокруг глаз. И что он делает? Он прячет круги под глазами, мелкие морщинки. Он у нас с вами работает как сыворотка, поскольку он еще и ухаживает за кожей вокруг глаз. Единственное, хочу отметить, что если проблемы серьезные, например, синячки бывают, кстати, синячки бывают разного цвета, вы замечали, да, бывают больше коричневого оттенка, бывает больше синего оттенка. Здесь все-таки работают цветные корректоры, они не будут. Вот этот вот корректор, он в целом для не сильных проблем, да, если проблемы серьезные, то тут все-таки надо работать цветными корректорами. Он освежает, конкретно этот, прячет сосуды, если вот какие-то незначительные есть, не желтит абсолютно, и может использоваться как база для теней. Отмечалось, что при использовании его стойкость макияжа глаз намного выше. То есть вот такой лайфхак тоже использовать экспресс-корректор для кожи вокруг глаз как хорошую базу для нанесения макияжа глаз. Скрывает мелкие морщинки, это я уже сказала, освежает взгляд и тон универсальный, то есть подходит для большинства оттенков кожи. Он подстраивается под оттенок кожи, это умный продукт, сочетающий в себе сразу несколько функций. Кто согласен с данным продуктом? Опять смотрю. Отлично видно и слышно, все хорошо. Ставьте, как обычно, плюсик. Кто думает точно так же, кому понравился данный продукт? Следующий продукт номер 8. Мы уже приближаемся к середине. Это прямо бомба. Да, это продукт-бомба, один из множества бомб, которые у нас сегодня обрушатся. Это гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние. Кто, может быть, не знал или не замечал его в каталоге, артикул 1044, запишите себе обязательно, потому что это, ну, как на бал Золушка собиралась, да, по мановению палочки превратилась в красивую принцессу, точно так же с этой маской Beauty Lab можно омолодиться буквально за 15 минут, лет на 10. Его называют водная бомба. Почему? Потому что очень хорошо увлажняет. Буквально за 15 минут подтягивает, уменьшает видимость морщинок, глубоко увлажняет. И основан он на запатентованном дуэте. Здесь, во-первых, гидрогелевое основание идет и целлюлозное основание. Это
это запатентованный комплекс и дает вот этот классный эффект лифтинга и сияния кожи, прямо свечение отмечается. И данный продукт ценила моя мама, поэтому я его всем рекомендую в том числе. Ну, не знаю, вот один из вообще немногих продуктов, которые мама отметила в первую очередь. Вот такая вот волшебная маска, возможно, вы тоже ее замечали действие и эффекты. Пожалуйста, поставьте 8, если вы ее пробовали. Единственный минус, да, который отмечают, это временный эффект. Но я же говорю, это как на бал к Золушке, то есть хотите, ну, длительный эффект, нужно все-таки применять ее комплексно, либо использовать другие продукты серии Beauty Lab, которые можно использовать длительно, не дают накопительный эффект. Это, например, сыворотка моментального действия на основе натуральных миорелаксантов. Такие тоже у нас в каталогах есть. Вот маска-бомба, после которого многие себя не узнают. Отзывами я перед тем, как зайти, ну, прийти сюда на вебинар, я тоже знакомилась с огромным количеством. Да, Елена, вижу, вы тоже знакомы с этой масочкой. И вот такая вот вещица, которую я рекомендую обратить внимание. Следующий у нас продукт номер 9. Это активная сыворотка для роста ресниц. И вот тоже продукт-бомба, но очень противоречивый, потому что я замечаю, как супер-супер позитивные отзывы о ней, так и есть те, кто отмечает, что, ну, не работает она у меня. Хотя, вот взвесив все за и против, и просто-таки отметив те комментарии, которые я собирала вчера и сегодня, я решила включить этот продукт. Почему? Потому что есть еще я, да, есть мой собственный опыт, который показывает, что сыворотка классная. Если она не дает активного роста ресниц кому-то, да, по крайней мере, после нее тушь ложится идеально, реснички становятся послушной, да, я знаю, что это проблема многих, не моя, но проблема многих, что реснички неровно лежат, тушь прокрашивает их, и они торчат в разные стороны. Вот как раз для решения этой проблемы может быть использована сыворотка для роста ресниц. Что же в ней такого особенного есть? В составе ее есть пантенол, который питает, увлажняет реснички, касторовое масло, да, всеми известное масло для ухода за ресницами. Не надо его отдельно покупать в аптеках и так далее, да, запариваться с тем, как его нанести и так далее. Вот вам готовое средство, недорогое, да, сравнительно, потому что на рынке, мы понимаем, компания Faberlic номер один по соотношению цена-качество. И вот этот продукт, который, ну, раз можно даже за баллы взять, по-моему, около 40 баллов он стоит в накопительной программе, дает достаточно хорошие результаты. Плюс есть еще здесь для активного роста запатентованный комплекс Керастим, который как раз и дает эффект роста ресничек. Вот такой продукт у нас сегодня под номером 9. И следующий у нас номер 10. Несколько тональных кремов я получила, по-моему, 3, да, в отзывах. И вот этот выбрала номер 1, тональный крем-сыворотка с омолаживающим эффектом сияния молодости. Почему? Потому что он вообще легко борется, ну, легко, ну, в общем, стоит на одном уровне с многими люксовыми марками, линейками. При том, что цена его достаточно приемлема, да, если сравнивать, опять же, соотношение цена-качество. Порядка 699 рублей он стоит. Бывает по акциям в районе 500 рублей. Еще мы можем, кстати, пользоваться бонусами 50% и покупать некоторые товары намного дешевле. А кто у нас VIP и покупает продукт со скидкой 70%, тому и еще прекраснее. Сыворотка у нас в 2 оттенках выпускается. Почему всего в 2? Потому что более-менее он подстраивается под оттенок кожи. Естественно, светлые лица выбирают светлый оттенок и могут быть почти уверены в том, что получат желаемый оттенок. А у кого кожа потемнее, и это имеет место в летний период времени, те выбирают тон потемнее. Тональный крем моделирует контур, разглаживает морщинки визуально. Почему? Потому что содержится здесь уникальный комплекс Soft Focus, светоотражающие частички, которые, отражая свет, прячут наши морщинки. Но это еще не все.
Здесь не только тон, да, продукт не только тональный, он еще и ухаживающий, это еще и сыворотка. Здесь натуральный комплекс содержится масло арники против сосудистого рисунка. Здесь содержится депантенол, который успокаивает кожу раздраженную. Здесь есть комплекс, который придает матовость в течение целого дня. То есть вот такой вот продукт, который сочетает в себе сразу, можно сказать, три продукта, и крем, и корректор, да, он прячет у нас несовершенство и еще придает тон. Вот такой тональный крем, кто пробовал, тот ставит десяточку. Я как раз проверяю чат. 10,62 пробовали, но до обновления мне понравилось. Это касается сыворотки у нас. Следующий продукт тоже бомба. Я о нем когда-то узнала как о бомбе, когда одна девушка сказала, что мне нужен годовой запас. Я, в общем, этим продуктом не пользовалась, я пользовалась продуктом тоже с мочевиной, но у него размягчающее действие, и его уже после него можно использовать в пемзу. Конкретно бальзам для стоп-гладки пяточки тогда я не использовала. Но о нем начала слышать все больше и больше, начала замечать, что множество консультантов его берут. Еще одна бомба, по которой отмечают, что после буквально нескольких применений пяточки становятся как у младенца. Трещинки заживаются 2-3 дня, причем не только у молодых, да, но и совсем у пожилых. Не раз слышала, что берут бабушкам, берут дедушкам. Он восстанавливает липидный слой, смягчает ороговевшие участки стоп, предохраняет от растрескиваний. И в отзывах читаю, что является один из самых действенных продуктов для ног, которые вообще существуют на рынке. Поэтому выписывайте артикул 1661, обязательно пробуйте, если еще не пробовали. А также покупайте на подарочки, сейчас данный продукт стоит в каталоге 149 рублей. Следующий продукт, концентрированная зубная паста плюс 200%. Называется плюс 200%, но производитель заявляет, что он в 3 раза эффективнее, чем любые другие концентрированные пасты. Точно так же, как наш порошок, его можно класть в 3 раза меньше, чем любую другую пасту. И пенится она действительно хорошо, да, в сравнении со многими пастами в нашей линейке Фаберлик. Тоже очень популярный продукт, который частенько заказывают консультанты, и который тоже, по-моему, встречался у меня в вопросе, который я задавала вчера, собирала вчера и сегодня. Из всех паст, во-первых, серию Эксперт Фарма любят больше всех. Среди паст Эксперт Фарма предпочитают эту пасту в первую очередь. Что же в ней особенного? Она, во-первых, содержит экстракт голубого кипариса, это успокаивающий, тонизирующий, оказывающий, вяжущий, регенерирующий действие на десны натуральный компонент. У него есть, естественно, наш комплекс Новафтемо-2, как многие пасты, да, в нашей серии. То есть кислородный комплекс содержит не только кремы, кислородная косметика, да, мы о ней говорим, но и многие зубные пасты у нас. Вот, в частности, вот данная зубная паста концентрированная содержит данный комплекс. В чем его преимущество? Он также полезен для десен, увеличивается кровоснабжение десен, предупреждается развитие воспалительных процессов. И самый важный продукт, один из самых важных в этом пасте, это масло австралийского чайного дерева. Есть история, что в 1930 году в журнале Австралийского сообщества врачей вышла статья Мориса Хэмфри, который установил, что полоскание горла раствором из 2 капель масла чайного дерева полностью излечивает начинающуюся ангину. Вот так вот. А у нас вот этой концентрированной пастой мы чистим зубы. То есть своего рода профилактика ангины. Да? То есть у нас масло чайного дерева обладает противовоспалительным действием, убивает вредоносные бактерии. В отзывах также читаем, что паста замечательно удаляет зубной налет, вообще очень хорошо. Благодаря чему, да, он хорошо отбеливает и подходит для чувствительных зубов.
То есть не обязательно покупать сенситив, обязательно можно покупать вот эту пасту, которая сочетает в себе сразу множество продуктов и достаточно экономно. То есть полгода, кто-то написал полгода, ну, в принципе, для семьи, я думаю, что меньше количество времени, за меньшее количество времени эта паста у нас тратится. Да, спасибо большое, Диляра. Скорее всего, при оформлении слайдов я перепутала продукты. 7.47, пенка для умывания. 16.33, конечно же, артикул данной пасты. Кстати, сейчас же я ее исправлю. Как хорошо, что можно это сделать прямо тут. 16.33. Все, недоразумение исправлено. Артикул 16.33, концентрированная зубная паста. Кто не пробовал, записывайте и включайте свои заказы. Следующий продукт, который... Ну, давайте перед тем, как приступить, сделаю небольшую паузу. Скажу, что в конце данного вебинара я расскажу о небольшом розыгрыше, в котором могут участвовать абсолютно все, и в котором можно выиграть 3 продукта из того перечня, который у нас сегодня прозвучит. О том, что за конкурс, я расскажу в конце. У нас осталось буквально сколько? Буквально 6 продуктов, да? И после этого я расскажу о своем конкурсе. Дальше мы переходим к 13-му продукту. Концентрированные стиральные порошки. Ну, вот это без этого никак, да? Это тот продукт, на который когда-то я пришла в компанию Faberlic, когда искала безопасные порошки для стирки детских вещей. Можно сказать, именно этот продукт меня увлек в первую очередь, и когда-то его я получила бесплатно. То есть свой первый порошок я получила от компании в подарок. На сегодняшний момент это тот продукт, о котором я говорю, наверное, чуть ли не в первую очередь, когда знакомлю людей с компанией Faberlic. Почему? Потому что на рынке, ну, нет или практически нет аналогов в такой ценовой категории. Почему нет аналогов? Потому что продукт, во-первых, да, наш концентрированный, выпускается совместно с немецкой компанией Дреко. Он прошел дерматологические тесты. Он является 100% продуктом биоразлагаемым. И, в общем, что значит биоразлагаемый? Это значит, что вот он сделан из продуктов экологичных. Когда он уходит в природу, он полностью разлагается. Соответственно, что это значит? Значит, если он полностью разлагается, он делается из натуральных продуктов. Здесь натурально поверхностно-активные вещества, которые делаются из кокоса. Да? Настолько вот он безопасен, что можно и аллергикам, и детям от рождения. Даже не можно, да? Меня спрашивают, можно ли детям от рождения? Я говорю, не можно, нужно. Почему? Потому что все аналоги в магазинах чаще всего содержат анионные поверхностно-активные вещества, а не ионогенные поверхностно-активные вещества. Они все делаются чаще всего из продуктов нефтехимии. Лишь некоторый класс анионных поверхностно-активных веществ делается из натуральных компонентов. Но производитель об этом обязательно напишет. Почему? Потому что выгодно это написать. И если они не пишут, значит, они делаются дешевые из нефтепродуктов. И чаще всего содержатся фосфаты, либо фосфонаты, да, более концентрированный заменитель фосфатов, более безопасный с другой стороны. То есть вот таким образом можно долго и долго говорить об этом порошке. Я думаю, все его пробовали, все его покупали уже. И новая у нас мерная ложечка сейчас к нему, потому что он у нас более воздушный стал после перевыпуска. И пришлось заменить ложечку. Почему? Потому что ложечка не вмещала действительного количества, необходимого на одну стирку. Я думаю, что с номером 13 у нас никто даже не поспорит. И мы переходим к следующему продукту, номер 14, о котором мне тоже писали вчера и сегодня. Это кислородо-универсальный пятновыводитель Extra Oxy. Так, сейчас проверю комментарии. У меня тишина. Так, скажите, слышно меня? Так.
Так, я перезагрузилась. Скажите, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10. Все отлично, да, я перезагрузила систему, все должно быть хорошо. Сейчас снова запустим публикацию экрана и продолжим. У нас осталось всего несколько продуктов. Угу, все хорошо слышно. Так, ожидаем, когда загрузится экран. Так, ну давайте пока не будем молчать, я уже буду рассказывать. Все отлично, экран мой стало видно. Универсальный кислородный пятновыводитель, тоже средство, ну не зря он универсальный, универсальное. То есть может быть использовано и как пятновыводитель для замачивания при стирке. Его можно использовать, развести в небольшом количестве воды, использовать точечно на пятно. Его можно добавлять в стирку. Его можно использовать для чистки ковров. Его можно использовать для чистки посуды. Не раз уже слышала про то, как люди просто замечательно обновляют свою посуду с помощью данного пятновыводителя. Сама пробовала его только в отношении термосов, да, то есть часто термос покрывается изнутри вот этим вот всем налетом. Мы просто заливаем туда горячую воду, пятновыводитель, оставляем, ну, взболтаем, оставляем, и на утро там все прекрасно. Точно так же с посудой можно спокойно, посуду, вилки, ложки, оставить в металлическую раковину, забыть на ночь, да, горячей водой, пятновыводителем, и на утро получить абсолютно обновленные столовые приборы. Пятновыводитель можно использовать и на поверхностях. Я использую для светлых поверхностей, например, для столешницы. Когда там остаются какие-то пятна после там, банок, после кружек, очень часто достаточно просто развести небольшое количество пятновыводителя и вылить его на пятно, оставить минут на 5-10, потом протереть, вообще ничего не остается, никаких следов. Это касается светлых поверхностей. Когда-то мы пробовали, когда-то проливали что-то, да, зеленку мы проливали после опыта с порошком, проливали зеленку на светлую поверхность, и пятновыводителем точно таким же образом спокойно эту зеленку убрали. Вот, то есть сразу получилось два опыта. Так, возвращаюсь, чтобы проверить. Все хорошо, меня видно, слышно. Звук пропал. Сейчас слышно? От 1 до 10 поставьте снова, как слышно. Угу, все хорошо слышно. Я надеюсь, что в записи все сохранится. Так, переходим дальше. У нас 15-й продукт, и это средство для мытья посуды. Здесь я не смогла определиться, какое же средство выбрать, и выписала 3, то есть самые популярные. Средство для мытья посуды Шалфея с лимоном и мятой, с бензимами и с лесной малиной. Во-первых, они отличаются ароматами, во-вторых, у нас есть два средства с биоэнзимами, которые, биоэнзимы — это натуральные компоненты, ферменты, по сути, которые растворяют жир и которые борются с такими более серьезными загрязнениями, засохшими макаронами и так далее, то есть работают намного лучше. Но настолько приятный аромат лесной малины и шалфея, что иногда просто забываешь про эти биоэнзимы и берешь лесную малину. Что у нас, чем отличаются наши средства? Они, во-первых, концентрированы, так буду периодически проверять, как меня слышно. Они настолько концентрированы, что их можно разбавлять прямо в 2-4 раза, да. Я использую для этого, ну, раньше у нас были специальные посудки для разведения средств. Сейчас у нас идут посуда. Сейчас мы используем то, что есть уже подручное. Кто-то что-то пишет. Хрустальным лотосом, да, награждено. Средство 111.97 с шалфеем, да, ароматом лайма. Премия «Хрустальный лотос», она была в рамках международного форума «Интерэкспо Шоу», по-моему, это был 2015 год. Вместе с ним было награждено еще одно средство, о котором мы сегодня тоже расскажем.
Для посуды они у нас идут для всех видов посуды, подходят. 0+, не рекомендую, ну, то есть не можно, а рекомендовано, даже прямо нужно. Я говорю, можно для детей, спрашивают меня, я говорю, не можно, нужно. Потому что тоже не содержат анионные ПАВы, как большинство средств, которые у нас продаются в магазинах, которые нужно много-много раз смыть водой перед тем, как дать эту тарелку ребенку. Он хорошо борется с жиром и загрязнениями, даже в холодной воде. Проверено. И можно мыть посуду, не только посуду, но овощи и фрукты, отмывать от парафина, воска, земли и других загрязнений. Смывается водой очень легко, да, со второго, с третьего раза уже достаточно. Почему? Потому что у нас еще и разведенное средство смывается намного лучше. Оно экономно. И рецептура у нас только из натуральных компонентов. Красители используются пищевые. Настолько безопасно, что является биоразлагаемым продуктом экологичным. И, как Диляра отметила, награждено премией «Хрустальный лотос». Натуральные экстракты малины содержатся в средстве с лесной малиной. Натуральные экстракты шалфея содержатся в средстве с шалфеем. Они ухаживают за руками. То есть нашу посуду можно мыть и без перчаток. Посуду с нашими средствами. Так, у нас осталось всего несколько продуктов. Это средство для чистки плиты духовок, одно из самых заказываемых. Очень часто отдаешь каталог куда-то, и единственное средство, которое заказывают. Я слышала, средство для чистки плиты духовок у вас хорошее. В общем, сарафанное радио, все берут средства для чистки плиты духовок, хотя вот оно настолько экономно, что его вот прям каждый год даже не надо покупать. У меня один раз куплено, и его хватает надолго-долго. Кто-то его тоже разводит водой, его можно разводить водой, потому что пенится он очень сильно, хорошо убирает все жировые загрязнения с всех поверхностей на кухне, но все-таки нужно использовать с ним перчатки, потому что содержит достаточно активные компоненты. Средство тоже биоразлагаемое, при попадании водоема оно не вредно, хорошо разлагается. Что еще можно отметить про это средство? Так, не содержит абразивов, да, то есть можно спокойно очищать поверхности, которые не рекомендуется очищать абразивными средствами. Не смогла я не включить протеиновые батончики Eat & Fit. Один из самых любимых продуктов у нас тоже в Фаберлике, и этот продукт прошел слепые тестирования. Сейчас проверю звук, как меня слышно. Чудо-чудо, диво-дивное, очень нравится, экономно, очень качественно, спасибо. Да, чудо-чудные у нас и протеиновые батончики. Прошли они слепое тестирование, их сравнивали с другими батончиками других компаний, тоже протеиновыми. И в слепом тестировании наши батончики оказались самыми вкусными. Ну, тут просто без комментариев. По вкусовым качествам они действительно идеальны. Кому-то нравится только с кокосом, кому-то нравится только с шоколадом, берут с шоколадом. Но вот мне нравится и то, беру оба. Что касается батончиков, здесь 35 грамм, 135 килокалорий, то есть низкокалорийный продукт. Содержит высокое количество белка, именно благодаря высокому количеству белка нам не хочется много сладкого. То есть чаще всего сладкое хочется из-за того, что не хватает белка в организме. Мы съедаем сладкий, да, он еще и сладкий к тому же, при том, что низкокалорийный батончик. Насыщаемся надолго, это здоровый перекус. Это витамины. Здесь комплекс из 10 витаминов содержится в протеиновых батончиках. Они надолго утоляют чувство голода. И содержит один из самых высококачественных белков, протеин белков, это сывороточный белок и, ну, не такой дорогой, соевый белок. Следующее у нас 18-й продукт. Вот почему-то она в конец затесалась, это палета для теней, теней для бровей, Super Brow. Очень я сомневалась, какую палету выбрать, но вот склонилась к этой палете, по количеству все так же. 2 против 1, и вот эту палету выбрала, ну, чуть-чуть больше количество, можно так сказать, респондентов,
Батончики, выручалочка для сладкоежек, да, спасибо, Лена, все верно. Выбрала ее почему? Из-за своей универсальности. Во-первых, немножечко минус той палеты. У нас есть еще одна палета теней в том, что она немножечко темнее, чем в каталоге, и поэтому иногда бывает разочарование, что приходит как будто бы не то. Хотя по качеству обе палеты шикарные. Эта палета хорошо очень подходит не только в качестве теней для бровей, но и просто теней для глаз. Именно из-за того, что здесь три классных матовых оттенка, его можно использовать и так, и так. Здесь хорошая кисточка и расчесочка для бровей. Тени хорошо растушевываются, а их можно мешать. Здесь есть и варианты для теплого типа внешности, и для холодного типа внешности. Есть атласный хайлайтер, который, ну, то есть как может быть использован как хайлайтер, может использован тоже в качестве теней, да, для вот этого вот светлого выделения в уголочках глаза. В общем, настолько тоже универсальный продукт, который я не могла не включить в топ-19, потому что его берут достаточно часто, и вообще на него никаких нареканий нет. Универсальный продукт, если не пробовали, берите. Не сомневайтесь, я тоже сомневалась какое-то время, когда привыкла пользоваться карандашами и думала, вот что такое тени, поди-ка они держаться не будут. По факту хороший продукт, который прослужит вам верной службой. И мы приступаем к последнему продукту. Писала же вот этот вот список и думала, какой же все-таки взять вот этот последний продукт. И подумала и все-таки написала, вот уже видно, написала Денес ПКМ. Палочка-выручалочка наша. Кто может быть знаком уже с этим товаром, тот знает, что вот... Не только его с собой в новый 2019 год, хочется взять его, мы берем в любую поездку. Сложно даже представить, да, уже часто, как это мы без Денес куда-то уезжаем. То есть начинается насморк у ребенка, используем. Где-то что-то больно стало, да, где-то остеохондроз, используем, снимает болевой эффект. Где-то зуб приболел, можно использовать. Я очень надеюсь, по техническим причинам его снимали. Сейчас его нет в наличии, меняют какую-то документацию, и буквально вот с начала 2019 года нам обещали вернуть этот товар. Другие товары серии Денес у нас, конечно же, есть, и Осто, и Кардио, и ждем, конечно же, возвращения универсального Денес ПКМ. Кто не знает, что это такое, конечно, все ждем на наших школах. По запросу мы их тоже проводим. Рассказываем, что за уникальный товар. Почему когда-то тоже сомневаясь, брать или не брать, и скептически относилась ко всем вот этим приборам дорогим, да, все-таки решила взять. Почему? То есть, естественно, я вначале ходила на школу, и потом только уже решила взять этот продукт с хорошей скидкой. В общем, ждем вас на наших школах. По запросу отправляйте свои запросы своим наставникам и узнавайте больше и больше об этом продукте. Мы завершаем. Я сейчас скажу, в чем же заключается. Кстати, как вам вот этот вот топ-19? Скажите, что, возможно, вы не увидели, потому что голову ломала и вчера, и сегодня. Думала, что же я не включила еще из того, что необходимо включить. Так, как остановить? Трансляцию экрана остановила. Думала и ломала голову над тем, что можно было еще включить, и переживала, что, возможно, пропустила какой-то реально очень крутой продукт, который вот реально надо было ввести. Поэтому пишите здесь. Я устраиваю такой конкурс, провожу я его в группе ВКонтакте. Так, презентацию включить надо, чтобы хоть что-то было видно. Пусть так будет. Я провожу конкурс в социальных сетях. Это конкурс
в группе ВКонтакте, я сейчас скину ссылку, и конкурс в Инстаграме тоже в группе. Я сейчас их постараюсь написать, и там под постом, то есть ВКонтакте пост уже существует, в Инстаграме он появится в ближайшее время, нужно написать в комментариях три продукта точно так же, которые вам нравятся Фаберлик больше всего. Среди всех, кто написал, я разыграю три продукта из сегодняшнего перечня в конце недели. Это состоится в воскресенье. В воскресенье вечером будут разыграны среди всех, кто написал комментарии в группе, либо ВКонтакте, либо в Инстаграме. Разыграю три продукта на свое усмотрение. Продукты все замечательные, поэтому, ну, я не поскуплюсь, конечно, будут и хорошие очень продукты, прямо такие нормальные. Так, сейчас я скину в чат группу ВКонтакте. И скину Инстаграм, где можно поучаствовать будет. Секундочку. Так. Скидываю. Это группа ВКонтакте, где есть пост, под которым можно писать комментарии с любыми продуктами. И... в Инстаграме, секундочку, сейчас тоже скину. В Инстаграме это аккаунт офис нижнее подчеркивание Фаберлик. Нижнее подчеркивание 7 Days. Это название торгового центра, в котором находится офис. В нем тоже можно принять участие. Будет пост, будет уже сегодня выложен. И там, подписывая в комментариях свои любимые продукты, вы участвуете автоматически, участвуете в розыгрыше трех продуктов, топ-19, которые будут разыграны в воскресенье. Всю дополнительную информацию можно будет смотреть также в группе ВКонтакте, либо в группе в Инстаграме. Всем спасибо за участие. Я не увидела, да, каких-то дополнений. То есть, в принципе, вас устроил тот список, который я сегодня предложила. Я не видела никаких дополнений. Может быть, кто-то хотел еще что-то добавить, кто-то считает несправедливым, что я упустила какой-то продукт, вы можете написать. Я потихоньку завершаю. Спасибо вам за то, что вы посвятили сегодняшний вечер нашему вебинару. Возможно, узнали что-то новенькое, но, конечно же, сегодня были самые хитовые продукты, о которых, мне кажется, среди консультантов, которые давно в компании, уже все знают очень много эти продукты. Кто новенький участвовал в сегодняшнем вебинаре, вам, возможно, многое показалось тоже новым и интересным. Участвуйте в наших акциях, участвуйте, не забывайте про акции в каталоге. Всех с наступающим Новым годом, кто-то пишет. Возможно, есть какие-то дополнения еще. Я подожду. Нет, все нормально, все согласны, да, с перечнем. Спасибо. Всех с наступающим новым 2019 годом, если мы вдруг не увидимся с вами ни онлайн, ни вживую. Всем спасибо за внимание и пока-пока.